Российской Федерации. Я житель Блокадного Ленинграда. Мой отец погиб на фронте. Мать умерла, я с мертвой матерью лежала. Братья умерли старше. Что вы хотите от меня? Я воспитывалась в Сибири уже даже в детском доме. Каких фашистов? Каких фашистов? У нас родственники, у нас друзья на Украине сидят в подвалах фашистов. Каких фашистов? Каких фашистов? Всех задерживаем. Ну, давай, всегда. Забираем всех людей, я сказал еще раз. Вот этих всех стали, всех доставляем туда. Вот это вот. Совершение административного правонарушения, Ваня. Пройдите, пожалуйста, отсюда. Вы тоже, пожалуйста, пройдите.